На примере циркового шоу был аншлаг. Зрителям приходилось не раз запрокидывать голову в удивлении. Под куполом цирка летали все – воздушные гимнасты, медведи и львы. Самых маленьких веселили забавные клоуны. Зал в восторге. Костюмы, прически, гримы. Очень красиво все было. Самый лучший был цирк – это вот этот. Он мне больше всего нравится. Мастерством равновесия, без страховки удивляли канатоходцы. Трюками джигитовки, амазонки на породистых скакунах. Потомственная дрессировщица Ольга Борисова показала свое мастерство в общении с самыми сложными и опасными животными. Восточной танцовщице приходилось выдерживать на себе 50-килограммовый вес 3 змей и силу 7 хищников. Я уже, в общем-то, тут ненормальный псих в 4-м поколении, который работает со львами. То есть лев-самец – это самое тяжелое животное из всех крупных кошек, потому что они тяжелые на подъем, они ленивые, они очень своевольные. Сегодня хочу, завтра не хочу. Сила дрессировщика в его любви к своим питомцам и авторитете. На арене 7 царей зверей и 1 царица. Увидеть созвездие льва можно до 4 декабря.